была одет в идеальную светло-голубую курту, а теперь его курта напоминает цвет канарейки. But before that, I'm just going to give a short little talk. I just wanted to conclude on something I said yesterday. И сегодня я просто хотел добавить несколько слов к тому, о чем я говорил вчера. And then I'll sing for a little bit. И после этого я немного попою. Then we'll give the floor to Chaturatmaprabhu, and the evening will be concluded by a wonderful ecstatic kirtan by Bharat. И после этого я плавно передам возможность поговорить с вами Чатуратмапрабху, и наш вечер закончится божественным киртаном Бхактивиданта Прабху. Wow, what an evening! Представляете? So of course our principal activity here and in our lives is chanting Hare Krishna. И основная деятельность, которой мы занимаемся в течение жизни, для нас это воспевание Хари Кришна. The Lord Himself concluded that this was the most simple and blissful process for the people of this age. И Господь сам предложил и сказал о том, что это самая радостная деятельность для всех жителей Кали-юги. So as He does in each age, He came and He introduced this process. И в каждый век он приходит и предлагает определенный духовный процесс. Only the Lord can introduce a process of religion. Только Господь может внедрить новый духовный процесс. The Bhagavatam says, "Dharman tu sakshat bhagavat panitam." But for Krishna, no one else can introduce a process of self-realization. Никто кроме Кришны не может дать нам тот процесс, который приведет к самореализации. And He knows best. He knows better than Krishna. И он лучше, он знает лучше, тоже может знать лучше, чем Кришна. So knowing the nature of people in this age, he determined that the best thing for the people of this age to become God conscious was to chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Он прекрасно знает природу людей в этот век Кали, поэтому он понимает, что единственное, что может им помочь, это процесс воспевания святого имени. And there's no debate. И нет никаких споров по этому поводу. At least for us, because we've all experienced the purification and the joy and the realization. Особенно для нас, потому что у нас у всех есть опыт того, что благодаря воспеванию мы получаем реализацию и мы меняемся. That's why we're here. Поэтому мы снова приходим сюда. So we have to just keep chanting and we'll achieve perfection. Поэтому нам нужно лишь продолжать воспевать, и тогда мы достигнем совершенства. And yesterday we mentioned in our talk how Srila Goswami described how the Lord's so kind that sometimes even a neophyte devotee can experience a higher taste, he actually says ecstasy, in the process of chanting Hare Krishna to give some inspiration to that devotee to continue. И вчера мы упоминали о том, что Джива Госвами говорит, что даже преданный неофит, находящийся на начальной стадии духовного развития, во время воспевания может испытать отблески экстатических состояний, таким образом Господь вдохновляет его продолжать идти этим путем. But of course, the pure devotees are experiencing that ecstasy every moment. А чистые преданные, они беспрерывно испытывают эти экстатические эмоции. But we should be very careful not to imitate that ecstasy of great devotees. Но мы должны быть предельно аккуратны и не стараться имитировать экстатические эмоции чистых преданных. We should always be honest with ourselves and know that we're works in progress. И мы всегда должны быть очень предельно чисты и предельно откровенны с самими собой, понимая, что впереди нас ждет огромная работа. Sometimes to get recognition or fame, sometimes people fake that they have that ecstasy. И для того, чтобы обрести какую-то славу и почет, иногда преданные имитируют это состояние экстаза. One of my godmothers, one of the early devotees in this movement, Ramananda Swami once related to me a story from the early days in the movement. И однажды Рамананда Прабху, мой духовный брат, рассказал мне историю, которая произошла на заре нашего движения. He said our first temple in ISKCON was actually in New York City on the Lower East Side, kind of the bohemian hippie area of New York. И первый наш центр, который мы открыли, первый храм, был открыт в Нью-Йорке на восточной стороне его. Это место, где любили тусить хиппи. Called Matchless Gifts. И это место называлось Бесценные Дары. It was a storefront.
Это была на этой улице. The first Hare Krishna temple. И там находился первый храм Харе Кришны. Кто из вас слышал о бесценных дарах, том магазинчике, в котором все начиналось? So it has an address which has also attained immortality, 26 Second Avenue. И также адрес, по которому расположен этот магазин «Бесценные дары», 26-й, 2-й авеню, тоже стало бессмертным, этот адрес. So Prabhupada was there in the very beginning, he lived there. И Шрила Прабхупада изначально проживал там. And he trained the devotees, doing kirtan, giving lectures, cooking prasad. И он обучал преданных, как петь киртан, готовил им прасад и рассказывал, как это делать. And then he left and went to San Francisco on the other side of the И после этого он отправился в Сан-Франциско, который находится на другой стороне страны Америка. And Brahmananda told me that they actually, when Prabhupada left, they were actually devastated because they thought Prabhupada would never leave New York. They thought that he was just going to stay with them, for the rest of their lives. They would just chant Hare Krishna and go out on Sankirtan and encourage people to come to the temple. They never imagined Prabhupada would leave. И Рамананда поделился со мной, что это разбило сердца многих преданных, потому что они были уверены, что так будет продолжаться вечно, что они всегда будут в Нью-Йорке вместе со Шрилой Прабхупадой успевать, кушать просад, и эти программы будут вечны. И вдруг он уехал. Because Prabhupada was everything for them. И они чувствовали, что Прабхупада — это все для них. So they carried on as best they could. И они старались все выполнять наилучшим образом. And in the evenings they would have these big kirtans. А по вечерам они проводили большие киртаны. Lots of the local artists and beatniks and hippies, they would come and they would engage in kirtan, they would participate in the kirtans. Большое количество творческих людей, художников, хиппи, они приходили на эти киртаны и участвовали в них. And as the movement spread, some of the people from India, businessmen or whatever families, they also heard, and sometimes they would come also. И так как слава об этом движении распространялась, в какой-то момент на киртаны стали приходить выходцы из Индии, богатые бизнесмены, торговцы. So Ramananda said, one night they were having this really ecstatic kirtan. И однажды ночью поделился Рамананда. Однажды вечером у них проходил экстатичный киртан. And one gentleman from India, he came in, he took his shoes off, and he started, clapping and singing. И один индусский джентльмен, он зашел к ним в храм, снял обувь, стал под хлопать во время киртана и припевать. Then he started dancing with the devotees. И после этого он начал танцевать с преданными. But then he put his hands up and he started screaming, Hare Krishna! And twirling and dancing. And Ramananda was thinking, this is a little unusual. This is the first time he's come here. И после этого он поднял руки вверх, стал очень громко взывать Харе Кришна, крутиться, танцевать в экстазе. И Брамананда, посмотрев на него, подумал, что удивительно, как так все происходит, он же впервые пришел к нам на программу. Then he started getting dancing like crazy. И после этого он начал танцевать, словно он сумасшедший. All of a sudden he fell down on the ground, started rolling on the ground, crying, Krishna, my Krishna, Krishna. И неожиданно он прям упал на пол, стал кататься, лить слезы и плакать, и звать Кришна, Кришна. So this is a very exalted stage where, one cries for Krishna only because the heart is completely free of all anarthas like lust and anger and greed, and real devotion can spring forth for Krishna. И это очень возвышенная стадия, когда кто-то проливает слезы любви по Кришне, и это происходит, как правило, на более поздних стадиях преданного служения, тогда, когда у вас в сердце уже пробудилась полноценная любовь к Богу. Generally, one has to go through a lifetime or several lifetimes of sadhana bhakti and purification to come to the stage of tasting a little love for Krishna. И, как правило, многие преданные, прежде чем достичь такого уровня, должны пройти все очистительные стадии sadhana bhakti для того, чтобы развить такую любовь. So, of course, in those days, the devotees, they didn't know all of this. They were brand new themselves practically. И, конечно же, в тот момент преданные ничего не знали об этом, потому что они сами были совершенными новичками. So they didn't know if this is for real or this isn't for real. И они не могли объяснить для себя, было ли это настоящий экстаз или это что-то поддельное. So I said to Brahmananda, like what did you do? И я спросила Брамананда, а как вы поступили, что вы сделали?
He said, well, we didn't have a telephone in the temple. We were too poor, but there was a telephone box outside on the street next to the gas station. So he said, I went outside and I called Prabhupada, who was actually in San Francisco at the time. And I said, Prabhupada, there's this man rolling on the ground, crying, chanting Hare Krishna. Like, what do we do? Is it real? И он сказал, что на тот момент у нас не было телефона в здании, поэтому я вышел на улицу, подошел к заправке, на которой был единственный телефон по тем временам, и позвонил в Сан-Франциско Шриле Прабхупаде, объяснив ситуацию. Я сказал, что Шриле Прабхупаде, если такое происходит, мужчина валяется по полу, катается в экстазе, зовет Кришну, мы не можем понять, что с ним делать и как к этому относиться. So Prabhupada paused, he didn't say, didn't get a reply immediately, he was thinking. И Шрила Прабхупада выдержал паузу, он не ответил сразу же на этот вопрос. Because he knows that such devotion is very rare. Потому что он прекрасно понимал, что такая преданность очень редка. And even if one has such devotion, he rarely, if ever, shows it. И даже если у вас есть такой уровень преданности, то, как правило, вы не показываете ее. Because he's humble. Потому что вы полны смирения. He doesn't want recognition for himself. He wants to attract everyone's attention to Krishna, not himself. Потому что вы не хотите получать, вы не хотите восхвалять себя. Вы хотите, чтобы все были сконцентрированы на Кришне, а не на вашем состоянии. So Prabhupada asked about what did the boy look like and how did he conduct himself. And Prabhupada could easily come to the conclusion this boy wasn't for real. И тогда Прабхупада задал несколько уточняющих вопросов, как он выглядел, что он делал до этого. И тогда Прабхупада понял, что это был не настоящий приступ экстаза. И Прабхупада сказал, что ну а что же нам делать, как нам быть, что сделать с ним? So Prabhupada joked with a little humor. He said, go back and kick him in the side. Отправляйся назад и просто ударь его в бок. If he's for real, he won't notice. Если у него настоящий приступ экстаза, то он даже не обратит на это внимание. And if he's faking it, he'll scream and get up and run away. А если он притворяется, то он вскочит, закричит и убежит. And then Prabhupada said, okay. And Prabhupada said, not too hard. И Прабхупада сразу согласился, потому что Прабхупада сказал, что-то не сильно бей. Because Brahmananda was a big man. Потому что даже на тот момент Брахмананда у него было такое крупное тело, был крупный мужчина. He's one of the first devotees I met, actually. И он один из первых преданных, которых я встретил в своей жизни. I first met a group of four sannyasis when I was a young man, around 19 years. Когда я был совершенно молод, мне было около 19 лет, я встретил небольшую группу саньяси, их было четверо. And I invited them to come stay in my apartment. И я пригласил их остановиться у себя дома. And I remember Brahmananda, one of the sannyasis, Vishnu John Maharaj, he cooked a big feast. И один из них был Брахмананда Прабху, а другой Вишну Джан Прабху, который саньяси на тот момент, и он приготовил пир. And when the feast was served, Brahmananda Swami ate 5 plates of prasadam before I could finish eating 1 plate. И когда был приготовлен прасад, Брахмананда Свами уже прикончил 5 тарелок прасада до того, как я даже с одной справился. The second of this one where the other day we had a program at the house of Purusha Sema. And this boy, you were mentioning, right? 5 or 6 plates. 5 or 6 plates before Chaitaratna ate. And Chaitaratna is a big eater. И я прекрасно помню этого молодого мальчика, который сидит тут передо мной. Когда мы проводили программу в доме Пуруши Симхи Прабху, он до того, как Чатуратна Прабху съел одну тарелку, а Чатуратна Прабху славится тем, что у него хороший аппетит, этот мальчик закончил уже поедать 5-ю. So Brahmana went back and he gave him a little kick. He stopped crying and ranting and raving, and he ran out of the temple and there was one. И Брахмананда Свами на тот момент подошел, пнул его, тот закричал, вскочил и совершенно смущенно убежал из храма. There were occasions when Prabhupada did show such ecstatic symptoms, but he was really humble about it. He didn't want to talk about it after. И были те ситуации, когда Шрила Прабхупада при нас испытывал эстетические симптомы, но из-за своего смирения он никогда не хотел обсуждать это после. Sometimes the pure devotee has so much love for Krishna that it just overflows and he can't stop it.
Иногда чистый преданный испытывает такой поток любви к Кришне, что он не может больше его сдерживать, и он выливается наружу. We can just worship such personalities and such symptoms of love. Мы можем лишь поклоняться таким личностям и поклоняться им. Like Jesus said, my cup runneth over with love. Как говорил Иисус Христос, что моя чаша переполнена любовью. But it did happen on a few occasions. Но так происходило со Шрилой Прабхупадой несколько раз. I know that when Prabhupada first introduced the prayer of Jai Radha Madhava, Kunja Vihari, Gopijana Bhava, Gita Bhadari, he introduced that in Ahmedabad, I believe, it was just a class of what was happening. And Prabhupada decided he wanted our movement to start singing that song before class. And as he sang it, Prabhupada was crying because it's describing Krishna's pastimes in Vrindavan. И впервые, когда Шрила Прабхупад предложил, решил вести в ИСККОН воспевание Джайарады Мадхава перед классом по Шримад Бхагаватам, это, по-моему, было в Ахмедабаде, воспевая этот баджан впервые, он слезы полились из его глаз, потому что это удивительный баджан, который описывает Раду и Кришну. Sometimes it happened, but Prabhupada was very humble, and he never really talked so much about these ecstatic states of Krishna consciousness, because we're all young devotees and we have a long way to go. But it was there. Иногда это случалось, но Шрила Прабхупада из-за своего истинного смирения никогда не обсуждал такие состояния. И из-за того также, что мы были на тот момент очень юные и преданные. Но иногда это с ним происходило. So we're discussing it just to know what is real and what is not real. И мы обсуждаем это для того, чтобы вы четко понимали, что является настоящим экстазом, а что нет. Because I mentioned ecstasy yesterday, but I didn't want anyone to get carried away with it. Потому что я так много говорил вчера о состоянии экстаза, и я хотел быть уверенным, что это, что вы все это понимаете должным образом. But surely it was there in Srila Prabhupada, and we worship him for that. И, конечно же, Шрила Прабхупада был склонен испытывать эти экстатические состояния, поэтому мы и все поклоняемся ему. Actually, Srila Prabhupada's first disciple related one instance where he saw Srila Prabhupada in such an exalted state. И один из первых учеников Шрила Прабхупады описывает то, что он присутствовал в тот момент, когда Шрила Прабхупада находился в этом возвышенном состоянии экстаза. You may be surprised to know that Prabhupada initiated a disciple before he left for America. Возможно, вы удивитесь, но Шрила Прабхупада инициировал своего первого ученика еще до того, как он покинул Америку. Often we think, well, Prabhupada started initiating at 26 Second Avenue. Чаще всего мы думаем, что Шрила Прабхупада начал инициировать первых учеников лишь в Америке. But long before Prabhupada got on the Jaladuta and sailed to America to start the Krishna Conscious Movement, he initiated one gentleman in India. Но еще до того, как Шрила Прабхупада забрался на борт Джаладуты, он инициировал в Индии одного индусского джентльмена. How many of you know that fact? Кто из вас знал об этом? A few. Okay. His name was Acharya Prabhakar Mishra. И так вот его звали. And he was a respectable Sanskrit scholar. И он был очень уважаемым санскритологом. He was a teacher and he had a PhD. Он был доктором наук, он был учителем. And he was kind enough to give an interview for the compilation of the Prabhupada Lilamrita in the 1970s. You know, that they all have. It's in Russian, the Prabhupada Lilamrita. Satsurup Maharaj and different devotees interviewed many, many people to write that book, Prabhupada Lilamrita. И для того, чтобы в 70-м году выпустить известную книгу Лиламрита, где рассказывается о жизни Шрилы Прабхупады, преданные взяли интервью у первого ученика Шрилы Прабхупады. So Acharya Prabhakar, he related how in 1954 he was with Srila Prabhupada on Krishna's birthday, Krishna's appearance day, Krishna Janmashtami in Jhansi. И он рассказывает, что в 1954 году он присутствовал со Шрилой Прабхупадой на дне празднования дня рождения Кришны Джанмаштами. Before coming to America, Prabhupada tried to preach in India.
И перед тем, как приехать в Америку, Шрила Прабхупада пытался проповедовать в Индии. His first serious attempt was he opened a temple in Jhansi, it's one town in India. И его первой попытки проповеди было открытие храма в Джанси, это небольшой городок в Индии. But even though he was Srila Prabhupada, no one was interested. Но несмотря на то, что это пытался сделать сам Шрила Прабхупада, никого это не интересовало. He noted one time how he would ask different families if they could give one of their sons to help him in his mission, which is a traditional thing in India. You could give one of your sons for a monastery or to a sadhu or to an acharya. No one was interested in giving any one of their sons to Srila Prabhupada. They wanted to become lawyers and doctors and politicians. И он несколько раз рассказывал такую историю, что, будучи в Индии, такова традиция, что семья может отдать служение святому человеку своего сына, и это является благоприятным. Но сколько бы Шрила Прабхупада не просил дать ему служение сына из хорошей семьи, все отказывались, потому что большинство из них мечтали о том, чтобы их сыновья стали юристами или докторами. The result? И каков же результат? Prabhupada became frustrated with India. Прабхупаде надоело все это в Индии. And he decided to follow that very definite instruction he got from his spiritual master to preach in the English-speaking language. So he began making plans to go west. He was thinking first he'd go to London, but he said, no, my godmother's already been to London. I'll go to America. И тогда он решил четко следовать очень строгому наставлению, которое он в свое время получил от своего духовного учителя, а именно проповедовать англоязычным людям и отправляться за пределы Индии. И сначала подумал поехать в Англию, но передумал, потому что многие его духовные братья уже пробовали проповедовать в Англии, и это не увенчалось успехом. Тогда он решил отправиться в Америку. It's hard to understand how a pure devotee wouldn't be successful. И нам сложно понять, каким образом чистый преданный почему-то не был успешным. In his grihastha life, his business failed. И когда он был грихастхой, бизнес его развалился. But Krishna had a plan. Но таков был план Кришны. After he established his family somewhat, he took sannyas. И после того, как развалилась его семейная жизнь, он принял сannyasу. One astrologer said to Prabhupada's father and mother when he was a baby, that he was destined to be one of the richest men in India. Один астролог однажды сказал его матери и отцу в тот момент, как он Шрила Прабхупада только родился, что по судьбе этот мальчик станет очень богатым. But Krishna took all of that away. Но Кришна забрал всю его судьбу. The Lord giveth and the Lord taketh away. И Господь дарует судьбу и забирает ее. Because Krishna had bigger plans for Shiva. Потому что у Кришны были более обширные планы на Шрилу Прабхупаду. And that was also revealed by that astrologer. He said, this baby, when he grows up, he'll establish 108 temples of Krishna all over the world. That happened. Были также озвучены тем же астрологом. В той же консультации он сказал, что этот молодой мальчик откроет в свое время 108 храмов по всему миру. So you shouldn't think, oh, Prabhupada failed. No, it was the Lord's plan. He failed in his business and he failed in his attempts to preach in Jhansi. Because Prabhupada said one time, I have my plan, you have your plan, and Krishna has his plan. And Krishna's plan was that Prabhupada went to America. Поэтому мы не должны рассматривать жизнь Шрилы Прабхупады как что-то неудачное, что он потерпел поражение. На самом деле, Шрила Прабхупада сам всегда рассказывал, что у Кришны есть, что у меня есть план, у тебя есть план, а у Кришны будет всегда свой план. Поэтому по плану Кришны Шрила Прабхупада потерпел, с одной стороны, поражение в проповеди в Индии и не смог найти себе там поддержку, но зато это привело его к настоящей проповеди в Америке. So on this particular day, in 1954, Krishna Janmashtami in Jhansi, it was just Prabhupada and his first disciple in the temple. No one came to the Janmashtami celebrations. И тогда, это был 1954 год, это было Джанмаштами, и в этом храме в Джанси был только Шрила Прабхупада и его первый ученик. Больше, представьте себе, на праздник
Джанмаштами не пришел ни один прихожанин. So Acharya Prabhakar and Prabhupada, you know, they put the little feast and, you know, they had an arti and Prabhupada gave a little class and then Acharya Prabhakar, he went to sleep late in the evening around 10 or 11 o'clock. He went to sleep. И несмотря на это, Шрила Прабхупада со своим первым учеником, они провели арти, приготовили небольшой пир. Шрила Прабхупада прочитал лекцию, и где-то около 10 вечера его ученик отправился отдохнуть. He slept in a room downstairs. И он обычно оставался в комнате, которая была на первом этаже. And Prabhupada had his quarters on the second floor upstairs. А у Прабхупады была комната на втором этаже. So Acharya Prabhupada, he woke up at 1 a.m. in the morning, and he heard Srila Prabhupada ecstatically playing mridanga upstairs. И слуга проснулся от того, первый ученик проснулся от того, что он услышал, что Шрила Прабхупада в экстазе играет на мриданге. Prabhupada was a really good mridanga player. И Прабхупада был первоклассный громкий мриданга. And he was a really good bhajan singer. И он очень хорошо исполнял баджан. And kirtan leader. И прекрасно вел киртан. He was very musically inclined, Prabhupada. У него был настоящий музыкальный талант. And very often, if Prabhupada was in town during his grihastha years doing business, traveling, the local Gaudiya Mart would encourage him, please come and sing kirtan in the temple, because he was so good. И так как он очень замечательным образом вел киртаны, то путешествия даже по рабочим делам его часто приглашали его духовные братья в Gaudiya Mart для того, чтобы попросить его провести киртан. So this devotee, he woke up and wow, what's my spiritual master doing? И этот преданный проснулся от экстатических звуков мриданги и подумал, ого, что там происходит, чем же занят мой духовный учитель. So he went up the stairs to the big quarters where Prabhupada was staying, and he saw Prabhupada playing the mridanga and dancing around the temple performing kirtan. И он поднялся вверх по лестнице, увидел, что Шрила Прабхупада совершает киртан, играет на мриданге и танцует. At 1 o'clock in the morning. И все это происходило в час утра ночью. He was like stunned. И он был поражен, увидев это. And he saw that Prabhupada was wearing this big kadamba flower garland that went all the way down to his feet. И там в тот момент он увидел, что на Шриле Прабхупаде была удивительная гирлянда из цветов кадамбы, которая касалась его стоп. And the kadamba flowers were as big as tennis balls. А цветы кадамбы были огромного размера и достигали размера теннисного мяча. Now in Jhansi at that time of the year, kadamba flowers were very rare. They used to be the size of like the size of a little golf ball. И в то время был не сезон цветов кадамбы, и если они были, то они были размером не больше маленького мяча. But this one, the flowers were this big, and they went, the garland went all the way down to Prabhupada's feet, and it was swinging like that as he was dancing around the room. Но эта удивительная гирлянда, она была из гигантских цветов кадамбы, она была очень длинная, и она раскачивалась так того, как танцевал Шрила Прабхупада. And Acharya Prabhakar, he said that the room was surcharged with the fragrance of the heavenly planets. И этот слуга делится тем, что вся атмосфера комнаты была пропитана ароматом духовного мира. So when Prabhupada saw his disciple, he stopped. И как только Шрила Прабхупада увидел, что его заметил его ученик, он тут же прекратил. So Acharya Prabhakar, he asked Prabhupada, where did this garland come from? И тогда его ученик сказал, откуда же пришла такая замечательная гирлянда? It's not available in the market. Ее невозможно же купить сейчас на рынке. The Prabhupada didn't answer. А Прабхупада ничего не ответил. And then he just started playing the mridanga and dancing around the room again. И тогда он снова начал играть на мриданге и танцевать в комнате. And this went on for hours. И это продолжалось на протяжении многих часов. This is how Prabhupada observed Janmashtami. Это то, каким образом Шрила Прабхупада отметил Джанмаштами. So the next morning, when Prabhupada and his disciple were taking prasadam. На следующее утро, когда Шрила Прабхупада и его ученик принимали прасад, Acharya Prabhakar, he said to Prabhupada, can I ask you again when you got that garland? Kadamba flowers as big as tennis balls? И тогда эта мысль снова посетила его ученика, и он сказал, что мог бы я спросить, откуда же все-таки вы взяли эту огромную гирлянду с
And how did it have such a rich fragrance that the fragrance permeated the whole house? И каким же образом эта гирлянда источала такой аромат, который заполнил весь наш дом? And what caused you to be so blissful so late at night? А что заставило вас испытывать такие блаженные эмоции так поздно ночью? So Prabhupada replied. И Прабхупада ответил. I was chanting to Krishna. Я воспевал для Кришны. And feeling some love for him. И испытывал любовь к нему. Then he appeared before me. И тогда он предстал передо мной. And gave me this garland. И подарил мне эту гирлянду. When I went to touch his feet, he disappeared. И как только я подошел, чтобы коснуться его стоп, он тут же исчез. Because of that, I was dancing around the temple room. И поэтому я танцевал, кружась по комнате. And then Prabhupada began to cry. И после этого Прабхупада начал плакать. And Acharya Bhattacharya also related that sometimes Prabhupada's mood was to perform kirtan very intensely. И также его первый ученик делится наблюдением о том, что иногда Шрила Прабхупада совершал киртан очень энергично. He lived with Prabhupada for some time actually before Prabhupada went to the West. Он жил со Шрилой Прабхупадой долгое время до того, как Шрила Прабхупада уехал на Запад. And he said Prabhupada was so attached to chanting Hare Krishna that sometimes he would chant on and on for 3 days straight without eating. И иногда Шрила Прабхупада так энергично воспевал, что он не прерывал свой киртан на протяжении 3 дней. So these are the pastimes that a pure devotee immersed in. Love for Krishna, we don't generally say them in public. It was supposed to go in the Lilamrita, but there was a committee meeting and they decided maybe it was a little too intimate in. But everyone did respect that disciple, who was a very straightforward, honest person and a very faithful follower of Srila Prabhupada. They thought maybe the pastime shouldn't go in the Lilamrita. But it's there, and it was just sent to me by my godmother, His Holiness Sri Ramaswamy. И эта история описывает то экстатическое состояние, которое испытывал Шрила Прабхупада. Она была рассказана, и эта история, она достоверная, потому что ученик Шрила Прабхупада, он всю жизнь рекомендовал себя как очень честный, преданный, который говорит все как есть. Но несмотря на это, комитет принял решение, что такого рода история не должна входить в Прабхупада Лиламриту, потому что она является очень сокровенной. Но я узнала об этом после того, как Шиварама Махарадж послал мне описание этой истории, я поделился ею с вами. But it helps to remind us of the goal of Krishna consciousness. Но слушание таких историй помогает нам вспомнить об истинной цели нашей жизни и духовной практики. We're very busy with our lives. Потому что мы все погружены в нашу жизнь. We have school. У нас есть школа. We have career. У нас есть карьера. We have family. У нас есть семья. We have country. У нас есть страна. We have our earth planet. У нас есть земля. We have so many responsibilities. И у нас большое количество разной ответственности. And there's various distractions along the way, and so much to do, and so much to see. И нас очень много отвлекает, и нам необходимо совершать различные обязанности. We're practicing Krishna consciousness and going here and there, but really we have to always remember the param dhiti, the goal of our lives, to develop love for Krishna. И параллельно мы пытаемся практиковать сознание Кришны, но нам очень важно всегда помнить о парам дхити, о той истинной цели, для чего мы это делаем. We're here in this movement to fall out of love with the material world and into love with Krishna and Golokanandan. Мы занимаемся этой духовной практикой для того, чтобы разлюбить материальную природу и влюбиться в Кришну на Голоке. And sometimes we have to stop and measure our success. How much am I becoming disgusted with material life, and how much attraction, affection, and eventual love do I have for Krishna? We have to think like that from time to time. И нам необходимо иногда останавливаться и четко посмотреть или оценить, на каком уровне развития мы находимся, насколько мы уже разлюбили материальную энергию и желание наслаждаться, и насколько мы обрели любовь к Кришне. Do I hanker as much for Krishna as I do for material things? И если у меня жажда обрести Кришну, такая же, как жажда обрести материальных удовольствий. Am I more attached to material things and material goals than I am to Krishna consciousness? К чему я больше привязан, к каким-то материальным целям или к цели, которая приводит меня к Кришне? Whatever the answer is, we are devotees, we're on the right path. So the way to develop and advance in Krishna consciousness is more or less primarily
chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И где бы мы ни находились, какой бы уровень духовной практики мы не занимали, но в любом случае для ее развития так или иначе нам необходимо повторять святые имена. And our attachment to this world is so great, and our love for Krishna is just beginning to blossom. Chaitanya Mahaprabhu recommends Kirtan Yad Sada Hari. Therefore, chant as much as you can every day of your lives. И так как наша привязанность к Кришне настолько мала, наша жажда материальных удовольствий настолько велика, что Шри Чайтанья Махапрабху рекомендует нам Киртания Садахари, то есть воспевайте святое имя в обществе преданных как можно регулярнее и чаще. So the conclusion? И каков же вывод? We should have kirtan now. Надо сейчас спеть киртан. And then after my kirtan, my dear Gaudiya Charanpu will give the main address of the evening. А после моего киртана, его милостивый Радма Прабху расскажет основную лекцию для посвященной этому вечеру. And if that's not enough, then Bharahari Prabhu will lead kirtan. И если у вас еще останутся силы, то тогда мы попросим Бадхари Прабху повести. So we say in English, the night is young. И как говорится по-английски, есть такое выражение, что ночь еще далеко впереди. So please repeat after me. Пожалуйста, повторяйте за мной. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. In Vladivostok, they chant it much louder. Не знаю, что происходит, но в Владивостоке лучше повторяют громче. Hare Krishna. Hare Krishna. Vladivostok was louder. Не помню, но по-моему, в Владивостоке звучало громче. I heard in Moscow. А говорят, в Москве вообще так звучат. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. So you know that song, Hare Haraya Namaha? Знаете эту песню? Shri Prabhupada Ki. Jai! Hari Ram Kirtan, Jai! Jai! Gaur Bhakti Vrinda, Jai! Jai! Bhakti Chaitanya Swami Maharaj, Jai! Jai! This is GBC. Hari Namaha.
Hare 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 Hare
Thank you.
Swami, Vaidyasi Swami Dhammachari, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, Ananta Kodi Vaishnavinda Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Pansakoho Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadhu Guru Bhaktivedanta Ki, Shri Shri Radha Krishna, Gopinatha, Shyamakunda, Radha Kunda, Giri Govardhana Ki, Shri Vraja Bhumi Shri Vrindavan Dhama Ki, Gracias.